Ой. Здравствуй. Ты заметил, какой день сегодня особенный, а? А? Какой такой особенный? Ну, как ты ничего не заметил? А что надо было заметить, дедушка? Ведь сегодня 15 февраля, а февраль месяцем вьюговеем называют. Зима в полную силу вошла, и кажется, ничем ее теперь не победишь. Да! Вот-вот, сразу видно, что ты примет не знаешь. У кого зоркий глаз да приметливый, тот заметит в разгар зимы весенние загадки. Ой, расскажи мне их, дедушка лесовик. Охота приметы узнать, про весну услышать. Ну, слушай, было это много лет назад. Сидел я в эту же пору возле дерева большого. Метель шумела, вьюга февральская. Вдруг вижу, зайчишка куда-то торопится. Я кричу ему: «Стой, куда бежишь?» Он остановился и серьезно так говорит мне: «Тише, дедушка лесовик, сегодня шуметь нельзя. Не задерживай меня, я весну иду встречать». Я говорю: «А волков-то не боишься? Сейчас они в лесу голодные ходят». «Что вы, дедушка лесовик, ведь сегодня день великого перемирия». А вот ты-то, ты знаешь, что это за день такой в разгар зимы? Нет, не знаю, дедушка. Вот, видно, у зверей есть свои секреты. Ну, пошел я за зайцем, и вот что я узнал. Зиму спал. Как там в лесу? Холодно в лесу? Ну? Да морозко, да вьюжно. Только как бы тебе весну не проспать? Как? Неужели сегодня уже 15 февраля? Да. Ой, что ты, ну я с тобой пойду, зайц. Пойдем? Пойдем. Это там говорит о перемирии. Для нас, волков, законов нет. Вот вы все и попались. Ой. Сейчас я вас съем. Ой. Мама! Сейчас я маму позову. Зови, зови. Мне чем больше, тем лучше. А вы не имеете права. Ага. Не имеете права нас есть. Ага. Как это не придет? А вот так. Сегодня все звери должны собраться возле старой ели. Если хоть одного не будет, весна не придет. Не может быть. А, ну ладно, идем к старой ели. Если ты мне правду говоришь, не буду вас есть. Ой.
Ну какая весна, когда такой мороз в лесу? Выдумки все это заячьи. Никакой весны не будет. Разве такую зиму победить можно? Только зря идем. Хватит, больше я никуда не пойду. Давайте я вас тут съем. Никакой весны и в помине нет. Ну, с кого начинать? Стойте, стойте, послушайте, дяденька Волк. Если по дороге мы от весны весточки не получим, то можно нас съесть. А если получим, то значит правда сегодня день великого перемирия. Совсем ты меня, заяц, голову заморочил. А вдруг и правда весна не придет, если я их съем? Ну ладно, до первой весточки, пошли уж. Ой, смотрите, ой, смотрите! Воробьи мне не указ. Пусть вторая весточка будет, тогда поверю. Пошли. Ой! Смотрите. Ой. 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 Как красиво. Ой. Вот себе, дяденька Волк, вторая примета весны. Хоть и сильный мороз, а солнце его сильнее. Куда его лучи достают, там и снег тает. Ну ладно, ладно. Ишь, ученый какой. А ты мне весну покажи, вот тогда поверю. Ой, лучше б я в норе остался. Нет у меня сил дальше идти. Съест, съест меня волк, и будет весны. Смотрите! Будет весна! Ранняя, теплая! Будет весна! Вот! Вот тебе, дяденька Волк, третья весточка весны! Птицы игры затеяли! Может, и вправду? Заяц, правду говори! Сколько же весточек весны было, все правильные! Вот и птицы, они умные, зря кричать не станут! Только где же весна? Если она сейчас не придет, придется вас съесть. Ах, я таю, таю. Солнце уже не холодное, не зимнее, а теплое весеннее. С каждым днем все теплее и теплее пригревает. Я таю, таю. Вот она, весна! Не плачь, сестрица, зима. Твое время проходит, а мое приходит. Раз день прибавился, раз солнышко пригревает, все равно долго в лесу тебе не продержаться. Иди дальше, на север. Там твои владения крепко стоят. Прощай! Весна самый первый в лесу приходит. И многие звери и птицы об этом заранее догадываются. А вот некоторым кажется, ну, кто примет весны не знает, что зима еще долго стоять будет. И еще одна примета есть. Еще? Если, да, если 15 февраля, вот теперь, весна будет ранняя и теплая. Дедушка лесовик, а волк? Он так никого и не съел? А волки с тех пор в день великого перемирия никого не трогают, а только по лесу бегают, боятся весну прозевать. Спасибо, дедушка лесовик. Пожалуйста, пожалуйста.